Всем привет, это программа «В теме», и с вами я, Анастасия Жукова. Обсуждать сегодня будем наши дороги, которые никак не могут привести в порядок, и которые снова засыпало снегом. Накануне городские чиновники получали наставление от врио-губернатора по ремонту областных дорог. Новости следующие. В 2016 году на ремонт участков федеральных дорог, проходящих по территории Тульской области, планируют направить около 3 миллиардов рублей. А еще трассу М2 и М4 хотят соединить, построив дополнительный участок протяженностью 47 километров. Но давайте все-таки обратим внимание на состояние дорог в пределах нашего города. Так, например, Алексей Дюмин поручил городским властям все-таки оперативнее реагировать на сигналы граждан. В свою очередь, чиновники оправдываются, что объемы аварийно-восстановительных работ в этом году в 2 раза превышают установленную практику прошлых лет. Либо тульский асфальт не выдержал нашествия зимних циклонов, либо асфальт и правда с каждым годом приближается к биоразлагаемому. Только с 12 января работы по ремонту литой асфальтобетонной смесью выполнены на сумму 11 миллионов рублей. Еще осталось привести в порядок 35 участков улиц. На эти цели выделено еще 10 миллионов рублей. То есть примерно 21 миллион рублей затратят тульские власти на латание ям. А еще в 2016 году и будущем году капитально отремонтируют 143 участка дорог областного центра на сумму 466 миллионов рублей. Ремонтировать будут не только дороги, но и трамвайные пути, а также и Черметовский мост. В заключение поддержим напутствие Дюмина. Дорогие чиновники, перед вами и правда поставлена высокая планка по ремонту дорог. Преодолейте ее достойно и, самое главное, качественно. Кстати, когда Владимир Груздев пришел к власти, ему тоже становилось дурно от состояния тульских дорог. Цитирую: «Сейчас вот просто стыдно, когда же сердце перестанет кровью обливаться?» Время идет, а ответа на поставленный вопрос так и нет. Надеемся, что Алексей Дюмин мобилизует все силы на борьбу с бездорожьем в Тульской области и ударит тяжелой артиллерией по ямам и выбоинам, так надоевшим тулякам.